27-я гомельська школа была побудована в 1936 году и тогда называлась «Первая сталинская». Имя керовника державы таким установам давали не выпадково, и они должны были демонстрировать переваги советской системы эдукации. С того часу многое изменилось, але заниматься профилактикой правопорушений и подтримывать высокий уровень дисциплины тут имкнутся и зараз. Методы самые разные, начиная от долучения до корисных справ учнів молодших классов. У школе с этой нагоды навык распрацовали специальный экологичный проект, в рамках якого школьники занимаются пособным сбором другосных отходов, тоже макулатуры и пластиковых бутылок, например, и до работы психологичного театра, куда каждый может прийти со своими проблемами. Найти выход из сложной ситуации для того, чтобы иногда просто выговориться и благодаря этому успокоиться. Есть разные мероприятия и, например, занятия элементами тренинга, там урок в школе волшебников, цели и ценности. Тяжко сказать, насколько такая практика распространена у инших научных установок, але у 27-й школе великой популярностью користается специальная стенгазета, где каждый может написать свое жадание. Спочатку, кажут, не соромились, але потом все изменилось. По словам психологов, такая форма работы дозволяет человеку докладно вызначить мету и принять меры по ее достижениям. Жадание самое разное, от банального. Хочу, чтобы мой компьютер не ломался, да, хочу помириться с любимым человеком, хочу есть и не полнеть, ибо да, самое главное, хочу знайти человека, який буде мене розуміть. Разом з тим, проблеми школьников тільки школи сьогодні не обмежовуються. Без допомоги сім'ї ніяк не обійтися. Шмат хто з батьків на таке супрацовництво погоджається, але покуль хапає і таких, хто до лісу своїх дітей ставиться обияково, що, до речі, часто приводить до вельми неприємних наступств. Нарушення толкають, скоріше всього, якісь психологічні відношення, які складаються в сім'ї. Ну і, говоря о другому факторі, це технічні несчастных случаях, суицида, который происходит среди несовершеннолетних, тоже зачастую является причиной, это непонимание между детьми и родителями. Олег Сентюров, Евгений Матейнко, телерадиокомпания «Гомель».